И всем привет! Сегодня мы опять приехали на нашу любимую речку, на речку Покатиловку. И сегодня в планах, друзья, у нас наловить прям побольше карасиков, потаскать прям на удочку для души. Вот такая здесь природа, смотрите, какая красивая. Тополя молодые, прям листья такие прям хорошие. И вот сама такая тоже хорошая лужайка здесь. Кругом молодые деревья стоят. Прям красота, неописуемая красота. И вот она, само наше место, где мы сидели, в прошлый раз рыбачили. Хорошо таскали карасей. Клюв был как на белых камнях. Только кидаешь, была поклевка. Один за одним, короче, можно сказать, карасик клювал. Сегодня полный штиль. Смотрите, ветра вообще нету. Тишина, гладь на реке. Полный штиль. Даже отражается облака на воде. Вот такая штиль полная. Че, друзья, раскидываемся, ставим рогатульки, ставим сачок, садок. Все готовимся и начинаем рыбачить. Погнали! Начинаем распаковку. Время у нас сейчас 7 часов уже вечера. И через полчаса должен уже пойти клев у нас. Сейчас еще место закормим получше. Один крючок грузил у нас внизу. Идет. И крючок поверху грузил, получается. Вот так. Так, вот такие черви у нас. Их здесь мало. В принципе, пойдет вот так вот. Скоро будет клев. Сейчас еще закормимся хорошенько. Также будем пробовать рыбачить на кукурузу. Может, на кукурузу сходит у нас. Вот так. Глубина у нас почти будет на дно ставиться. Первый заброс. Так вот, и ждем. Так, разматываемся. Вторую удочку мы поставим на кукурузу. Посмотрим, как будет на нее клевать. Может, крупнее карасик брать. Так, здесь кукуруза у нас. Вот такая кукурузочка. Опа. Так вот. Пару штук насадим. Так, удочки стоят. Сейчас будем закидывать прикормку. Что-то вроде поклевка на кукурузу. Нет, это стрекоза была. Так вот, столько наварили прикормки. Вот так вот. Шарики сделаем, будем закармливаться. Так, снаряды готовы. Сейчас будем закидывать их, и минут через 20 клюв попрет. Опа.
Так, друзья, сидим и ждем, когда что-то клюнет. Удочки у нас закинуты. Прикормку накидали. Будем ждать, когда у нас что-то клюнет. Так, друзья, небольшая поклевка была сейчас. Поплавок чуть-чуть немного поклевал и пока перестал клевать. Время у нас уже 8 часов вечера. Солнце уже немного садится. И клев только-только немножко начинается. Да, это была полная тишина. Клева не было. Только-только начинает первый поклевки. Так, первая поклевка. Чуть вот выкладывает, вот, друзья, выкладывает, выкладывает. Ага. Есть. Карасик попался. Ага, есть. Вот он. Ух, сейчас уйдет. Нет, не успею уйти. Вот такой карасишка попался. Так, поклевочка, друзья, поклевочка. Так. Угу. Ждем. Вот он, отбор. Есть. Хороший карасик. Такой попался более-менее хороший. Вот такой. Так, друзья, клев начинается. Время 8:30 вечера. И начинаются поклевки. Потихонечку клевать начинает рыбка. Поклевочка, друзья, вот он. Вот он. Есть. Карасик. Пошел. Пошла жираха. Ушел. Сорвался. Тип такой. Так, поклевочка. Так. Аккуратная такая поклевка. Что-то давай, клюй быстрее. Так, поклевка небольшая. Так. Смотрим. А, вот он. Чуть поклевывает. Никак не решится взять. Так, очередная поклевка. Ага. Вот он повел вроде. Сейчас поведет. Так, ага. Ждем. Ножка. Так, ага. Есть. Есть, ух, какой бешеный карасик, сопротивляется, как хороший попался. Такой хорошенький попался карасик. Ох, вот такой карасик попался. Зачетный. Более крупный. Опа, вот такой красавец. Клевка, так. Опа, положил. Есть вот карась. Пошел хороший. Вот такой красавчик. Попался. Вот поплавок положил. Ага. Есть. Еще карасик. Убежал. Вот еще поплавок положил. Есть. Дальше. Еще один улетел. Поклевочку, друзья. Вот она. Все, поплавок укладывает. Так. Положил. Есть. Храна потащил. Чуть-чуть рановато.
клевочка, друзья. Вот он, вот он. Есть, карась попался. Как поплавок положил, положил. Так. Ух, есть. Вот он, карасик попался. Вот такой карасишка попался. Вот он. Так, поклевка. Вот он. Ох, есть. Вот он, карасик, попался такой. Ушел. Так, поклевка. Вот он, поплавок выкладывает. Так. Ждем немножко. Давай. Мурыжит телочка. Не решается никак привести. Че, друзья, собираемся домой. Время у нас 10 часов вечера. Порыбачили, как немножко потаскали карасиков. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.